Всем привет! Записываю это видео по многочисленным просьбам. Тема волос. Она актуальна для многих. Кто меня смотрит давно, знает, что вот я в YouTube уже сколько, 6 лет, да? 5 лет я была с длинными волосами. У меня всегда по жизни были длинные волосы. Волосы были качественные, хорошие, и все было ок. Пока в моей жизни, сейчас поподробнее просто все расскажу с самого начала. В моей жизни 5 лет назад произошла операция гамма-нож, это облучение. И волосы просто выпали. По факту полголовы у меня осталось без волос. В принципе, в тот момент мне, наверное, надо было побрить голову и как бы отпускать. Но я так старалась скрыть эту лысину, что завязывала хвостики и, в принципе, плюс-минус начала все отрастать. Потом я развелась, переехала из города за город и произошла смена воды. И когда произошла смена воды со скважины, у всех в семье начали сыпаться волосы, причем жестко. Сыпаться и ломаться. Воду проверяли, там большое количество железа. Меняли фильтра, но в любом случае продолжали мыть голову. Где-то когда-то пытались там ее перекипятить, но в общем, боролись как могли. И поэтому у меня дочь обрезала волосы, у нее тоже были очень длинные волосы. И я обрезала. В принципе, она обрезала за компанию, а мне пришлось, потому что из густоты и длины у меня они просто обломились. Еще, конечно, повлияла накрутка. Я сделала афрокудри плойкой, и, видимо, мне пережгли в салоне, потому что после того, как я помыла голову, после этих афрокудрей, произошла катастрофа, они стали как солома и начали обламываться. То есть это в общем все сложилось. Стресс, переезд, как бы я развелась, да. Потом смена воды, потом накрутка эта дурацкая, которая мне тоже как бы очень здорово, мне кажется, подпортила волосы. И из длинных волос мне пришлось обрезать в каре. Я тут ставлю фотографию, сейчас я их отпускаю, и, в принципе, у меня сейчас мне сделали каскад, они, я вот помыла, ничего с ними не сделала, видите, они чуть-чуть даже завиваются, то есть, как бы, я стараюсь сейчас не использовать фен, не использовать плойки, крайне редко, так как я участвую в разных съемках, очень часто бывает, что мне все-таки крутят, но я прошу термозащиту, и если вдруг мне надо выйти из дома, я помыла голову, то я тоже пользуюсь термозащитой, и потом только сушу. Все это я рассказывала и подводила к тому, что на протяжении года я уже 3 раза была у трихолога, потому что, ну, как бы волосы для меня это женская красота, когда они длинные, да, и я не против стрижек, и мне нравится у девочек каре и так далее, но на себе я ощущаю, вот мое это когда длинные волосы, поэтому мне очень хочется отпустить. В данный момент мне мама, например, посоветовала, говорит, убери это из головы, просто живи, потому что у меня есть такая навязчивая идея, волосы, 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 и от этого, от того, что я на них зациклена, они как будто бы не растут, поэтому вчера мне еще помог трихолог, была я в салоне Enjoy, то есть это салон красоты, в котором есть косметические кабинеты, и там же появился трихолог. И мы вчера посмотрели кожу моей головы, я сейчас вставлю видео и покажу полностью всю процедуру консультации, там, где в конце трихолог дает мне рекомендации, поэтому, думаю, будет полезно. Я маю бальзам и кроме омега-3,6, вы что-то еще принимаете? Да, это биотин. Супер. И время от времени я могу принимать еще такие типа минералы, витамины. Какие, например? В основном это дуберберт. Омегу-3 я на постоянное пью, а вот летом сейчас не пила, а так я еще пью витамин D. Отлично. А вы сдавали, контролировали вы? Да, вы же мне это прописывали. Да, у меня получается. Я вам показывала. Да. У меня все в норме. Да, цинка было чуть-чуть. Я жила больше, но вы сказали, что это не проблема. Не проблема. Да.
А так, в принципе, у меня как бы по показателям. Причем я сдавала же раз через год, еще раз. Ну, то есть да, постоянно сдаю. Сложно. Все хорошо, с волосами какая-то фигня. А вы вегетарианка, нет? Нет. Мясо кушаете? Да. То есть белка в рационе достаточно, да? Да. А это увеличение в 1000. Я боюсь смотреть. И здесь мы смотрим вот как раз стержень волоса. Ага. То, что интереснее всего для нас. Сейчас у нас увеличение в 1000, и будем смотреть стержень волоса. Какой же он хорошенький, так мерзко выглядит. Не, ну вот поплотнее волоски, которые потолще, они отличные. Видите, кутикула закрыта. Угу. Ну, у меня отличный уход. Да. Уход отличный, и это видно по длине. Угу. Сейчас продвигаемся чуть ниже. Видите, настолько блестящие, угу. Не рыхлые. Кутикула закрыта. Мозговое вещество сплошное. Знаете, что волосы, да, внутри мозговое вещество? Вообще не знаю. Вот. Тут здесь чуть-чуть есть как поверхностное. Такое, видите, неравномерность. Это уже мы ниже немножко спустились. Угу. И кутикула неравномерная. А почему? Она как бы типа нарушена? Да-да-да, чуть-чуть, как рыхлость есть. Ну вот, местами. Дальше продвигаемся, все очень хорошо. Смотрите, в стержне волоса есть мозговое вещество. Если он, видите, наш обломанный волосок. Сейчас я попробую его поймать. Здесь у нас на заднем фоне был. Вот. Нет, нет. Я вот эту вашу красивую характерную кисточку нашла. Это называется трихоптилоз. А что это? Это когда волос обламывается на определенной длине, угу. За счет слабой, да, кутикулы. Вот, видите? Да. Ага, ну как поломан. Да. Вопрос теперь, с чем это связано? Но их немного обломлено. Значит, рассказываю. Такие ситуации, вот трихоптилоз, например, их немного, да, потому что у вас хороший уход, и это прекрасно. Здесь их много будет сейчас. Заранее приготовлюсь, потому что мне надо сфотографировать. Ого. Вот такие вещи, они характерны в двух ситуациях. Первое, если это генетическая такая, да, слабость стержня волоса, ну, такое мы можем наблюдать у ребенка, у подростка, да, или вообще, в принципе, у взрослого человека, но по жизни. И второй вариант, это исключительно уход. Поэтому здесь нужно будет тщательно продумать правильный уход. Олаплексы наши и профессиональные процедуры, не только домашние процедуры, но постоянные основы, обязательно ты никуда не денешься. Mm-hmm. Вот, и все вы правильно делаете, то есть мы не сушимся феном лишний раз, мы не пользуемся плойками, утюжками. Если это фен, то это термозащита однозначно. Но то, что мы не тонируемся, тоже в любом случае волос защищает, но иногда лучше и затонироваться, да, потому что сама краска и краситель, они запечатывают вот эту кутикулу и выкрепляют такие. Пока себе волос не делите. Ну да, у вас сам цвет по себе сам красивый, поэтому можно этого не делать, я согласна. Вот. Что еще? Раз волос такой, то есть основное это уход. Mm-hmm. Нужно в этой ситуации учитывать, что мы увидели, что кожа на голове не воспалена. Дерматологическая проблема, вот прямо дерматологического диагноза нет. Да? По сути дела, кожа головы здорова, заболевания mm-hmm. нет. Но у нас есть проблема со стержнем волоса. И здесь акцент нужен на правильный уход. Поскольку они такие ломкие, сухие, путаются, да, то есть мы говорим о том, что нам недостаточно кератина, как строительного материала, который делает волос крепким. Mm-hmm. Поэтому он легко очень разрушается и волосы обламываются. Поэтому начинаем однозначно с олаплекса. Насыщаем волос изнутри максимально, чтобы он не был хрупким, чтобы он не был ломким.
чтобы он не был пустым. А после этого однозначно это все процедуры, которые восстанавливают кутикулу, то есть максимально укрепляют ее стеромидами, с кератином. Только так. Начинается Аллоплекса, а потом периодически кератин. Ну, кератин же мне вроде бы как нельзя. А есть натуральный, да? Да, натуральный. Насыщение кератином раз, и ни в коем случае не процедуры кератинового укрепления вот, волос, которая тем более сопровождается вот этими термоутюжками. Да. Вот это запрещено. А кератиновое наполнение очень даже будет полезно. Обычно так закалываете волосы, да? Нет, я так редко делаю. Сейчас я порчу все волосы, да? Ну, есть такой момент, да. Вот видите, как хорошо, что вы сказали. Я в основном сейчас стараюсь делать крабиком. В основном, потому что он не травмирует. Или просто прямые, но волосы я ничего не делаю. Как бы просто сейчас они грязные. Я знала, что к вам еду, поэтому я как бы пытаюсь их спрятать. Но все равно очень красиво. Вот, поэтому уже радует то, что у нас нет серьезного диагноза, да, а мы делаем акцент на уход. И помимо ухода внешнего, чем мы можем максимально волосу помочь, укрепить его для того, чтобы полноценно формировался молодой, да, стержень, это процедуры любые, улучшающие питание волосяного. Салонные или можно домашние? Можно домашние, а можно салонные. Но мы и здесь думаем и о мезотерапии, и о ПРП-терапии, да, а что это эндоплазмотерапия. И о витаминных комплексах. Это однозначно, то есть питание изнутри. Сейчас расскажу. Значит, если это витамины, то это витамины группы В и омега-3,6. Это однозначно. С цинком у вас все хорошо. Витамин D мы тоже увидели. Если есть недостаточный дефицит, обязательно принимаем. Как давно был анализ крови общий? Давно. Я напишу, есть смысл контролировать хотя бы раз в полгода ферритин, железо и гемоглобин. Если гемоглобин нормальный, нам очень важно не пропустить латентную анемию, то есть железодефицит. Да? Недостаточность ферритина как минимум, тогда препараты железа подключаем в том числе, но это мы сдадим анализ, без него никак. Изнутри питание волоса — это мезотерапия и PRP-терапия. Мезотерапия — это мы непосредственно вводим в зону проблемную препараты, которые снимают воспаление и максимально насыщают этот участок питательными веществами, нужными для синтеза нового молодого волоса, крепкого. А PRP-терапия — это плазмотерапия. Это сейчас вообще золотой стандарт, да, в лечении всех видов. Я только сделала два раза. PRP. Когда? Зимой, по-моему, с февраля начала. Я сделала две процедуры всего лишь, и все. А надо курс, да? Да, надо хотя бы курс. Процедуры 4. Раз в 2 недели. С активаторами роста. С активаторами. Это ваши собственные... я поняла. Да, оформленные элементы, тромбоциты, которые пробуждают фибробласты в коже, а фибробласты уже способствуют синтезу новых сильных волосков. Это золотой стандарт. PRP дает самый выраженный результат. А PRP обладает еще иммуностимулирующим, иммуномодулирующим действием. Вот. И наружно Аллоплекс и восстановление волос. Еще хотела спросить по структуре. То есть помимо того, что у меня есть Аллоплекс, шампунь и бальзам, масла или какие-то... Масла можно, но без фена. Ну, я феном стараюсь очень. Да. Масла, пожалуйста. Спреи обволакивающие, есть, да, тоже можно. Есть увлажняющие. А сейчас можно какое-то питание, да? Можно питание добавить, потому что уже похолодало на улице, температура ниже. Поэтому любые средства для защиты волос. Маски какие-нибудь? Маски однозначно, да, увлажняющие, питательные. Они тоже будут насыщать волосы, но все это наружный уход, да, поэтому в идеале сочетать вот, или мезотерапия, это кожа головы мы поддерживаем, так сказать, в основе, да, в фундаменте, и профессиональные процедуры, которые позволяют более глубоко это все делать. А по поводу стрижки, вот, например, то, что сечется, стоит обрезать?
Да, нет смысла их так прямо уже сильно за них держаться. То есть раз лучше два месяца, лучше кончики обновлять, да. Вот парикмахеры красиво очень делают, они вот, да, так скользят, да, обрезая секущиеся концы. Но уже если волос вот в таком состоянии, на его крайне сложно прям спасти. Угу. Лучше. А это на какой длине? Эта длина была вот как раз 5 сантиметров до конца. Ну, как раз оттуда все начинается. Да, все начинается. Вот мы поймали такой красочный момент. Вот этот кончик лучше обрезать и после этого восстановление сделать, да, для того, чтобы сам конец закрепить. То есть танцировать тоже 3 месяца? Его можно использовать на постоянной основе, да, но с перерывами. Например, 10 дней ежедневно, затем перерыв. Перерыв сколько? Тоже на неделю? Неделя, 7 дней. 10 дней опять поработали, опять перерыв. А и что это может? Он улучшает кровоток. Он улучшает питание волосяных луковиц, расширяя кровеносные сосуды. Mm-hmm. То, что нам нужно. Даже если мы принимаем витаминки параллельно с дарсенвалем, да, мы улучшаем приток mm-hmm. тех же витаминок и полезностей, да, к волосяной луковице mm-hmm. за счет расширения кровеносных сосудов. Аминоксил работает тоже на расширение кровеносных сосудов, таким образом улучшая питание волосяной луковицы. Его можно в аптеке найти? В аптеке, да. Видишь, вот эти ампулы, они в аптеке продаются. Mm-hmm. 5-процентный, так, есть 3 месяца. Или, пишу варианты, или дарсенваль. Один раз в день, 10 минут, 10 дней. Виши ампулы. Значит, с аминоксилом это виши, если в аптеке, угу. И керастаз, если вот где-то в салоне, да? Угу. Ценовая политика у них плюс-минус одинаковая? Да, и то, и то около 1500. Угу. Но это на курс, на 3 месяца. Угу. Поэтому так оно и есть. Вот. И что касается салонных наших процедур 6-7, то это может быть мезотерапия. Волосистые части головы. Это будет просто шикарный задел, да, вот на перспективу, на то, чтобы в будущем уже через месяца 3-4 мы увидели результат. Через полгода вы уже были наконец-то довольны своей шевелюрой, да, и как раньше. Проводили грили, как раньше. И в идеале через 3 месяца увидеться. Угу. Привет. Да. Счастливая обладательница рецепта. Так, это у нас ноябрь, декабрь, январь. В феврале приду. Угу. Как раз, кстати, конец зимы, угу. Начало весны, все обострения, да, для того, чтобы их предотвратить, подвести итоги и продлить ремиссию. Самое то. Отличное время. Консультация через 3 месяца. Февраль 21. Ура! Так, почерк у меня не врачебный. Да, посмотрите, все ли вам ясно. Угу. Если есть вот вопросы. Вот это то, что мне надо сдать. Общий анализ крови, угу. С формулой, угу. Раз давно не сдавали. Но меня там интересует ферритин. Угу. Это как дополнительная опция, потому что в классическом анализе его нет ферритина. И витамин D. Уровень угу. витамин D, да, в сыворотке крови. Это то, что нужно периодически контролировать. И то, что реально показательно для качества волос, угу. для их роста. Микроэлементный состав прямо сдавать у вас нет необходимости, потому что нет никаких предпосылок. Ну, да, и сдавала я, в принципе, недавно. Да. Вот, из обследования этого достаточно. Поняла. Хорошо. Угу. Спасибо большое. На здоровье. Ходите к трихологу.
Благодарю. Итак, она меня успокоила. Вы видели, что у меня все хорошо. И, в принципе, волосы, даже вот в салоне девочки говорят, что они работают в салоне, и у них не такое качество волос, хотя есть возможность, да, привести в порядок волосы. Может быть, еще повлияло, я делала две процедуры Олаплекса с хаконикой, то есть это одна процедура, в которой две процедуры. Делала два раза, и я по волосам увидела, что да, есть результат. Плюс я купила шампунь Олаплекс и бальзам. И вчера я еще купила маску Керастас, увлажнение и питание. И вот вчера вечером я помыла голову Олаплексом и маску нанесла Керастаза. И вот я легла, в принципе, с влажными волосами спать, и вот вы видите результат. То есть они живые, все окей. Но в конце до вот где-то 5 сантиметров, да, ну, они не очень хорошего качества местами, не все, где обламываются. И вот как бы это не изнутри, это как бы снаружи. И стараюсь сейчас, чтобы был правильный уход. Это может быть подсказка для кого-то. Вообще я советую, конечно же, пойти к трихологу, сдать анализы. Я сдавала анализы и не один раз на минералы, витамины, щитовидка. То есть я пыталась понять, в чем проблема. Проблема была наружная, оказалось. Потому что по анализам все ок, был чуть повышен цинк, но, опять же, так бывает, это зависит от питания. То есть это, ну, как бы не проблема. То есть от этого не будет проблемы с волосами. Поэтому первое, что, мне кажется, надо сделать, если у вас что-то не так, да, после родов или, ну, что-то происходит с волосами, а вы не понимаете, как бы, причину, вроде бы все то же самое. Идете к трихологу, делайте такую же процедуру, как сделала я. Она недорогая, она стоит 500 гривен, но вы поймете, что и как, и получите рекомендацию от трихолога. Есть трихологи дороже, да, я была и в клинике трихологии, там дороже, там 1500, но мне сделали то же самое за 500, например, да, вчера, поэтому, как бы, просто даю совет. И витамины. Я сейчас сразу покажу вам, я тут приготовила, да. Я сегодня утром сдала кровь на гемоглобин, то есть все полностью гемоглобин, что еще? Ну, в общем, то, что мне порекомендовал трихолог вчера. Буду ждать результата. Но дополнительно я купила магний B6. Это препарат, который, ну, он нужен всем. И мне его когда-то, да не когда-то, а каждый раз, когда я бываю у невролога, опять же, по своей голове, по своим сосудам, этот препарат, он полезен и нужен для всех. Омега-3 — это новая, я еще ее не открывала. Это мне молодой человек привез. И вот тоже он привез, поэтому я, они как бы разные фирмы. Поэтому, ну вот, пью сейчас Gold Омега-3, вот такая вот. И что еще? Через интернет можно заказать, через Инстаграм. Подпишитесь на меня в Инстаграм, я даю там полезные рекомендации. Витамин, господи, D3, то есть витамин D. Он сейчас, тем более, нам будет очень нужен и полезен, потому что солнышка мало. И вот я покупаю, в принципе, лучше, конечно, iHerb и так далее, но, честно, я время от времени покупаю вот такие вот витамины от Doppelgerz, витамин от А до цинка. И здесь в составе витамин А, биотин, витамин В1, В2, разные кислоты, опять же, В12, витамин С, витамин Д, Е, фолиевая кислота. Она, кстати, нам важна для женщин по гинекологии, очень важна фолиевая кислота. И когда я была беременная Демидом, я не пила никакие витамины, кроме фолиевой кислоты. То есть просто хорошая дозировка, и можете пить ее на постоянной основе. Но, опять же, рекомендация, так как бы моя, я не доктор, поэтому лучше всего, конечно, проконсультироваться с врачом, опять же, с тем же трихологом, он как бы подскажет, да.
Ну и сдать анализы, потому что если у вас все хорошо по витаминам и минералам, то значит испытания у вас как бы идет достаточное количество и все ок. У меня нет, потому что я питаюсь 1-2 раза в день, больше я не могу и не хочу, у меня интуитивное питание. Я стараюсь, чтобы в моем рационе были яйца, чтобы были орехи, чтобы было мясо, я не вегетарианец. Я люблю мясо, обязательно зелень, и сейчас максимально стараюсь, чтобы 2-3 раза в неделю была рыба. Вот, у меня дети любят рыбу и как бы красную, причем другую не очень хотят есть, красную хотят. Вот, но я стараюсь как бы разную. И в питании как бы не всегда, то есть мы можем достать все эти витамины и минералы, поэтому как бы дополнительно я себе помогаю вот таким вот комплексом. Вы можете комплекс подобрать самостоятельно, а лучше всего, конечно, с доктором, потому что самостоятельно называется самолечение. Я, например, спросила у врача, говорю, я пью, ну, это я как бы сама купила, я просто сказала, что вот я беру вот такие вот витамины, поливитамины, то есть... И как бы мне одобрили, типа, ок, давай. И, наверное, самая главная рекомендация, которую я получила от мамы, она рассказала свой пример. Нас в семье трое, и мой младший брат, когда мама родила, ей было уже, сколько, 36, как мне сейчас, да, 36 или 37, вот, она говорит, у меня волосы просто посыпались, говорит, они стали, ну, ужасные, как пушок, путались, говорит, и я просто страдала. И, говорит, у меня была точно такая же ситуация, как у тебя, говорит, я была на них зациклена. А, говорит, потом в один момент я просто, ну, такое есть слово, да, забила. Я, говорит, отпустила эту ситуацию и перестала вообще обращать на них внимание. Говорит, я не заметила, как они просто выросли. Говорит, Аня, сейчас октябрь месяц, просто подожди полгода, говорит, апрель, май, ты свои волосы не узнаешь. Говорит, сейчас длина очень неприкольная, она и не каре, и не длинная. И говорит, не понимая, что с ними делать, неприкольно, некрасиво, нехорошо. Ну, мое такое ощущение. Вяжи, говорит, банданки, вяжи, говорит, косынки, ты любишь это дело, у тебя, говорит, много обручей, делай, например, опять же, хвостики делать тоже не очень хорошо, потому что если вы делаете хвостик, то резинка не должна, как бы, травмировать ваш волос. Поэтому есть вот эти вот резинки, которые, как бы, боже, забыла название, как спиральки, да, только, ну, оригинальные. И тогда, говорит, не будет, это трихолог сказала, не будет травмировать как бы волосы. Что еще? Крабики. Вот эти вот крабики, они сейчас актуальны, и плюс они не портят волосы. Шпильки портят волосы, накрутки, да, и дульки. Я очень часто крутила дульки, вот здесь вот у меня самые короткие волосы, потому что они обламываются. То есть они у меня сейчас уже лучше, но были слабые. И максимально старайтесь их не травмировать. Когда ложитесь отдыхать, ну, спать, если у вас длинные волосы, то лучше всего заплести в косу. Не тугую, просто косу. Тогда, знаете, как наши бабушки и мамы говорили, что в косах волосы растут. Может быть, и не растут, но, по крайней мере, они не травмируются. И еще мы замечаем, да, где гуще. Справа или слева, вот это тоже говорит о том, на какой стороне мы спим. Поэтому, если у вас проблема с волосами, то есть много способов привести их в порядок. И сейчас я активно начала этим заниматься. Первое, что сделала, это купила вот уход, правильный уход. Я действительно вижу результат. Плюс можно попробовать народные средства, никто не запрещает, и они действительно работают. Но если вам не лень. Кто-то втирает в голову никотиновую кислоту, то есть любые витамины. Когда мне не лень, я делаю маски. Это банановые маски, кефирные маски, то есть их много, они разные. И туда можно добавить, например, ампулу алоэ, витамин В12, никотиновую кислоту, то есть все эти витаминки, витамин А, витамин Е. Оно все в ампулах продается, оно стоит копейки, и как бы несколько ампул можно добавить в маску, и тоже будет хороший результат. Но опять же, если вам не лень, и у вас есть время этим заниматься, мне, наверное, проще купить уже готовую маску типа Керастаза или еще что-то. Хотя, ну, как бы, я раньше практиковала такие маски, это было очень здорово.
надо, наверное, возвращаться. Также мне порекомендовал трихолог, и, в принципе, дома есть, если у вас есть, то тоже делайте. Это Денсерваль. Еще один момент, мы очень часто используем масла, да, для кончиков. Вот я недавно узнала от мастера, который мне стрижет кончики, то есть последний раз Аня мне делала каскад, то есть убирала мне вот эти вот посеченные такие нехорошие волосы, чтобы как бы длину оставить, да, а плохое убрать. Вот у меня получился такой каскад. Она мне сказала, что масла, они летом, ну, говорит, ты просто волосы палишь, потому что масло нагревается, и как бы этот кончик, который ты пытаешься защитить, наоборот, ты делаешь хуже. Точно так же, когда зима и мороз. То есть в этом промежутке масла лучше не использовать, когда вы, например, помыли голову, феном высушили, ни в коем случае нельзя этого делать. Если хотите нанести масло, то только после того, как вы уже высушили голову феном. То есть такие нюансы, такие секреты я узнаю на протяжении жизни, когда посещаю специалистов, поэтому если, ну, как бы не знали, то имейте в виду. Кстати, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно, что как бы мое видео не зря, и нажмите на колокольчик, потому что хочу, чтобы вы мои видео не пропускали. Если вы знаете какие-то секреты, то пишите в комментариях, и девчонки, которые будут читать, тоже для себя будут как бы понимать. И еще, когда вы будете пользоваться Денсервалем, только кожа головы, потому что нет смысла использовать на длину из-за того, что, во-первых, пересушивается, и это бестолку, так трихолог сказал. Еще я использую спрей, в принципе, могу показать, какой. Их много разные, у меня двухфазный, он для увлажнения. Сейчас, наверное, надо докупить какой-то для питания, потому что у нас, как бы, когда мы переходим, меняем сезон и уходим в холод, то организму требуется питание не только волосам, но и коже и так далее. Кстати, у меня будет видео по поводу ухода за лицом. Мне кажется, в 36 я выгляжу хорошо, и это не просто так. Генетика, конечно, тоже дает свое, но я стараюсь правильно ухаживать за кожей, я хожу к косметологам. Я покупаю правильную косметику, мне кажется, что правильную, потому что я ощущаю и чувствую свою кожу. Плюс у меня есть такой аппарат, который увлажнение измеряет. Когда выходишь из ванны, измеряешь, показывает, ну, как бы одну влагу, а когда нанес увлажняющий крем или питательный крем, совершенно другую. То есть наглядно показывает, что действительно все крема, сыворотки, это все работает. Поэтому не надо этим пренебрегать. Наша кожа — это самый большой орган, и она будет благодарна вам и подарит вам молодость, если за ней ухаживать. Все, я на этом видео заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Жду ваших комментариев, лайков, и до новых видео. Пока-пока.